в 98 году меня назначили дирижером этого оркестра. А уже в 2000-м я стал начальником оркестра, и в 2001 году я стал начальником военно-оркестровой службы. Вот. Сложно было, потому что музыкантов мало было, оклады были очень маленькие. Ну, на сцене у нас постоянно находится 50 человек. Ну, почти 100% музыкантов – это все со специальным, с высшим образованием. Получается по 280 игр. Нагрузка очень большая. Надо что-то менять, надо менять какой-то формат, надо что-то делать такое, чтобы людей привлечь. Мы гордимся, что у нас есть свой зритель.